Но когда мы вернемся в свои дома, вы не должны возвращаться с пустыми руками. Вы должны то, что то учение, подобно урокам, которые вы прошли во время Враджана Мандала Парикрамы, вы должны хорошо заучить и практиковать. Точно так же, как вы заряжаете батарейки в мобильном телефоне, точно так же вы должны заряжать духовные батарейки. Когда совершаете парикраму во Врадже, вы должны также приезжать в Навадвипу, совершать Навадвипа парикраму. Точно так же, когда вы совершите парикраму, вы заряжаете свои духовные батарейки. Многие преданные участвовали в этой яге. Кришна Баларам также пришли, чтобы участвовать в этом действии. И они участвовали в яге. Имеется определенное правило. До тех пор, когда еще не закончено полностью, и на этой яге свет появился небесный, и все увидели двух прекрасных юношей. Они спустились, юноша, который спустился на землю, это был Нарада Риши. И также это поклоняемое божество во время яги, оно проявилось в форме Чинарда Реши. И все преданные, которые собрались, они омыли лотосные стопы Чинарда Реши и приняли его чаринамриту. Человеческая форма жизни, она очень редкая. Господь Шри Рам, он также говорит, обращаясь в этой молитве. Чрезвычайно редкая, и для даже полубогов это редкостью прийти в человеческой форме в эту материальную вселенную. Мы можем отправиться на небесные планеты, но там нет того счастья, того наслаждения, которое может испытать человеческое существо, находясь здесь, на материальном плане. Сам Господь настолько милостлив, Он даровал нам этот человеческий образ, с помощью которого мы можем совершать бхакти. Только в человеческой форме жизни это возможно. Имеется очень бактерий много вот в этой воде, которая находится в бутылке. Бесконечное количество бактерий. И различных, такое большое разнообразие, которое живут в материальном мире. Всякие бактерии, существа, которые даже мы не можем видеть своими глазами. И также из этих всего разнообразия человеческая форма жизни настолько редкая. Из этого разнообразия живых существ человеческая форма жизни очень редкая.
и являясь сердца. Точно так же, когда вы можете увидеть капельку росы, которая дрожит на лепестке лотоса, в каждый момент она может оборваться. Точно так же человеческая форма жизни, она очень редкая, и она твоя из одной вселенной в другую. Вы постоянно перемещаетесь из одной вселенной, множество количества. И вы, наконец, обрели эту человеческую форму жизни. А в этой человеческой форме жизни вы обрели общение с саду, что является действительно чрезвычайно редкой удачей. Он еще более приятен для садок, чем даже даршан Господа. आप जैसे हमें कि बेटा चाहिए नाम भगवत दर्शन हुआ भक्ति मांगनी चाहिए लेकिन भगवान से फिर माया मांगनी आप जैसे कि बेटा जितने भी हमारी शिक्षा के लिए हमने बात्सल रस की प्रार्थना की है इसलिए आप कृपा करके ए поэтому Васудев Махарадж он молится Шри Кришне о пожалуйста прийди и это является основной причиной того, что наше духовное сознание, оно покрыто иллюзорной энергией Майи. Из-за того, что мы находимся в полном забвении, поэтому мы блуждаем из-за привидения. И саду может сказать мантру, с помощью которой привидение покинет тело. А саду, он благословляет нас, а майя, она постоянно проверяет нас. Саду, он, то есть он говорит не то, что мы желаем услышать, а он говорит то, что он считает нужным, то, что желание исходит из его сердца, из-за сострадания. Он говорит, вы должны оставить всю эту единственную жизнь и посвятить служению Господу. Не надо оставлять. Вы просто должны изменить свое сознание и таким образом, совершая деятельность, удовлетворите Кришну. Например, если вы гневаетесь, вы даже гнев можете свой использовать на служение Господу. Вы все можете использовать для служения. Все свои чувства. Вы должны использовать все, что у вас есть на Кришне. И точно так же вы должны поместить святое имя в центр своей жизни. Везде, где бы вы ни находились, в любых условиях, при любых обстоятельствах, всегда повторяйте святые имена. Нет никаких правил. И поэтому, совершая воспевание святого имени постоянно, и
Почему? Потому что нами это поклоняемая форма самого Шри Кришны, которая ничем не отличается от него, но даже еще более милостлива. Связь один день обязательно Господь Шри Кришна милостливо прольет на вас милость. Однажды Кришна отправился в один соседний дом в Раджа-Гопе и очень привлекся горшком, который висел под потолком, и старшая гопи, которая жила в этом доме, она увидела. И вместо того, чтобы связать Кришну, Кришна взял эту веревку и связал руки этой старшей гопи. Что это за веревка? И когда вы совершаете святое имя, то тогда сладчайшая лила и Господа проявится автоматически в вашем сердце спонтанным образом. Поэтому постоянно воспевайте святые имена, не останавливайтесь. Я приношу извинения за технические неполадки. Хари Кришна.